Другим темам. В Республиканском научно-практическом медицинском центре эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний состоялось мероприятие по передаче медицинского оборудования ряду профильных учреждений на основе безвозмездной помощи правительства Японии в рамках программы экономического и социального развития. В марте 2020 года Япония выделила 500 миллионов иен на поддержку системы здравоохранения нашей страны. За счет этих средств были привезены эффективные препараты против коронавируса. А позже японское агентство международного сотрудничества JICA привезло и установило медицинские учреждения нашей страны высокотехнологичные рентгеновские аппараты. За счет данного грантового проекта три медицинских учреждения нашей страны получили новейшее оборудование компьютерной томографии и один медицинский диагностический контейнер «Сансей». Хочу отметить, что взаимоотношения Узбекистана и Японии основаны на доверии и тесном сотрудничестве. Наша страна и впредь намерена оказывать поддержку Узбекистану в сфере медицины. Помимо предоставления высокотехнологичного оборудования, предусмотрено обучение и повышение квалификации специалистов сферы здравоохранения. Современные компьютерные томографы были переданы Республиканскому научному центру экстренной медицинской помощи, научно-практическому медицинскому центру эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, клинике Бухарского государственного медицинского института. Так как мы все понимаем, что в систему экстренной медицинской помощи обращаются больные с неотложными состояниями в результате различных дорожно-транспортных происшествий, кататравм, в результате различных повреждений, то есть, соответственно, это все дает нам установить точный диагноз, определить участки поражения и, в зависимости от этого, определить правильную тактику лечения, как консервативную, так и хирургическую. Если до этого момента в Республике Узбекистан и вообще в мировой практике широко использовались компьютерные томографы с грузоподъемностью 100-150 килограммов, то данный компьютерный томограф отвечает современным требованиям, и мы можем оказывать высокотехнологичную помощь именно нашим пациентам, у которых масса тела превышает 150, это значит максимальная масса 300 килограммов. Если до сегодняшнего дня в диагностике инфекционных заболеваний мы пользовались лабораторными результатами, это значит анализ крови в основном. Но на сегодняшний день наш центр имеет особые возможности, это начиная с молекулярно-генетических методов. И именно установка данного компьютерного томографа в нашем центре позволит диагностировать такие заболевания, как циррозы печени, хронические гепатиты в начальных стадиях. Медицинский диагностический контейнер важен тем, что обеспечивает экстренность и качество оказания медицинских услуг жителям отдаленных уголков нашей страны, создает удобства для сотрудников сферы. Цель всей проводимой работы – дальнейшее совершенствование системы здравоохранения, внедрение передовых технологий и практик.